Ребята, всем привет и доброго времени. На моей работе всегда есть кто-то, чьи проблемы стоят выше проблем других людей. С правой стороны находится детская больница. Мы везем тяжелого ребенка с кровотечением. Ему нужна срочная операция, и время идет против нас. Но смотрите, что делает водитель белого автомобиля. Заместо того, чтобы прижаться правее и остановиться, он продолжает ехать ровно посередине дороги, как и ехал, и начинает заворачивать в ту же самую больницу, куда едем и мы, причем сбавляя скорость перед кочкой, пытаясь ее медленно и аккуратненько преодолеть, чтобы не повредить свой дорогой автомобиль, в то время как у нас в салоне ребенку нужна срочная операция, у которого кровотечение, у которого на капельнице. К сожалению, охранник не попал в кадр. Он на него кричал, ругался. Вот. Мы въехали, выгрузили ребенка. А эту машину так и не пустили на территорию больницы. Видимо, на то были причины. Поэтому думайте, прежде чем что-то делать. Особенно перед тем, как блокировать въезд в больницу. Ну что, а теперь посмотрите на это без монтажа. Ребята, никто из нас не знает, что нас ждет впереди, поэтому в следующий раз в машине может оказаться ваш ребенок, ваш близкий. Поэтому просто уступайте дорогу, не блокируйте въезды в больницу. А на этом всем пока, всем добра, берегите свою жизнь, здоровье ваших близких и думайте головой наперед, что в любой момент можем появиться мы, когда вы станете в самом неудобном месте.